Характеристика Натальи в романе «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Одним из основных персонажей произведения «Тихий Дон» является Наталья, дочь Мирона Коршунова и супруга Григория. Она описана как очень красивая особа. Ее открытый взор наполнен храбростью, а улыбка утонченная. Наталья – трудолюбивая девушка, что отражается на ее руках. Она прекрасная мать и супруга. В этой роли она смогла остаться миловидной и величавой. При всем этом она несчастлива. По настоянию семьи ей пришлось стать женой Григория, когда она была совсем еще молодой. Несмотря на добродушное отношение к ней Мелеховых, Григорий испытывает чувство к другой. Он долгое время влюблен в Аксинью, жену Степана Астахова. Наталья верила, что Григорий сделает свой выбор в пользу своей семьи и продолжала любить его всем сердцем. Наталья обладала чертами характера, присущими донской девушке. Она была радушной и высоконравственной. Ее скромность и моральная добродетель позволили первый поцелуй с Григорием лишь после бракосочетания. При этом муж Натальи расценивал такое поведение как отсутствие интереса к нему. Его гораздо больше привлекала чувственная Аксинья. Роль матери украсила Наталью. Она подарила Григорию двух детей, мальчика и девочку. Со временем Наталья хорошела, стала менее стеснительной, в ней появилась уверенность в себе. Каждый свой день она посвящала дому, детям и браку. Но Григорий не ценил этого, а лишь усложнял ей жизнь своими поступками. Его поведение стало причиной ее попытки свести счеты с жизнью. Хотя попытка самоубийства не увенчалась успехом, но оставила физические напоминания. Наталья стойко сносила отношение Григория к себе и его роман с другой. В конце произведения героиня умирает, не пожелав родить Григорию третьего ребенка. Она погибает после аборта. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.